Для начала необходимо определить, действительно ли у вас депрессия. Вы пишете, как выйти из депрессии самой, и если у вас действительно депрессия, и это психическое заболевание, которое должно диагностироваться врачом и по результатам диагноза должно назначаться лечение, в том числе и медикаментозное, то самой депрессии вам не выйти. Если диагноза депрессии у вас нет, и вы просто чувствуете себя достаточно депрессивно, то в этом случае можно говорить о депрессивном состоянии, причинами которого могут стать негативные установки и определенная настройка вашего восприятия на окружающий мир. И опять же, сам самостоятельно из депрессии выйти, ну, не представляется возможным, потому что вы не можете посмотреть на себя, вы не можете разобраться в себе, что составляет основу для подобного восприятия реальности вами. И здесь, как правильно сказал мой коллега, в первую очередь надо определить, с какого момента у вас появились данные проявления этого состояния. Что изменилось в вашей жизни? Вот самые-самые разные аспекты вашей жизни, в том числе и внутренней жизни, то есть вашей личностной жизни, рефлексии, необходимо разобрать и исследовать, чтобы понять, из-за чего вы впали в депрессивное состояние. А после нужно вспомнить о том, кто вы, что вам важно, что вам ценно, что для вас первостепенно, какие у вас приоритеты и что заставило вас о них забыть. Вообще, как правило, само вот депрессивное состояние происходит в результате конфликта, противоречия. А противоречие между чем и чем, да, возникает вопрос. Между чем и чем противоречия. Противоречия эти могут быть самые разные, начиная от каких-то жизненных неурядиц, и вследствие этих жизненных неурядиц, например, вы скрываете в себе какие-то вот предпосылки, да, для того, чтобы чувствовать себя хуже, значит, то есть получается, в данном случае получается так, что какие-то вот установки негативные у вас уже были, да? Вот. Значит, до достаточно серьезных внутренних конфликтов, например, таких как конфликт между внутренним «я» и сознанием, конфликтом между мотивацией, то есть это довольно серьезный момент, когда происходит мотивационный конфликт, да, то есть я хочу чего-то одного,
Вот, для меня это важно, но я не могу этого получить, и у меня начинается, соответственно, переживание по этому поводу, фрустрация, невозможность этот конфликт разрешить, и невозможность, собственно говоря, сделать так, чтобы я удовлетворил свои потребности. В этом случае тоже возникает депрессивное состояние. То есть это всегда определенное противоречие. Либо сформировавшиеся на основе опыта негативные установки, то есть на основе отрицательного опыта, при отсутствии адаптирования к реальности, при отсутствии корректирования поведения, а корректирование поведения, как правило, происходит при должном уровне рефлексии, при сознавании, в первую очередь, при отсчете самому себе о том, что я делаю, как я делаю, как я себя веду и так далее, вот, формируются негативные установки определенного типа. Например, я ничего не могу, например, я ничего не хочу, например, мне ничего не радует. Почему меня ничего не радует? Потому что я не верю в то, что я способен получить от этого удовольствие. Вот. И, наконец, последнее, это более ценностное отношение к себе. То есть, если вы себя не цените, если вы себя не любите, если вы не считаете себя достойным, если вы не считаете себя важным, если вы не чувствуете себя значимым, то тоже может возникнуть депрессивное состояние. У этого есть, соответственно, свои также причины, например, причины этого могут быть в детстве, то есть причины этого могут быть в том, что к вам своеобразно относились родители, и вам нужно увидеть тогда уже с психологом в их поведении, в проявлении переносов по отношению к вам, а не лично к вам. Да, отношение не лично вот к вам, как к личности, а именно отношение как результат переноса самих родителей. Ну, то есть все это вот нужно разбирать. Как видите, проблематика самая разнообразная, сперва нужно анализировать, потом уже выбирать направление работы с вами. А самостоятельно все это может занять очень большое количество времени, и есть большая вероятность, что именно состояние депрессивное полностью не уйдет, или уйдет, но будет возвращаться, вот, и в итоге вы потратите больше силы, больше нервов, а может быть даже и денег на бесплодные, непрофессиональные попытки самой себе помочь. Вот. Но это опять же вам уже решать в зависимости от вашего времени, финансовых возможностей для оплаты работы специалиста и так далее. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и принятия верного решения относительно своей ситуации.